воскресное утро начинается вот так. Вот так вот. Сейчас мы поедем колупать Мерсика. Просто не пожалел обшивку в багажнике. Целый багажник дров. Что-то есть еще? Это, крапальное еще. Пойдем крапальное еще. Пока никого нет. По фишечке, бля, пацаны, по фишечке. Строят новый магазин. Открывается здесь. И вот оборудование привезли. А это просто упаковочный, скажем так, упаковочный материал. Четвертая часть. Четверочка. В яме. Нормально. Итак, коробка передачи. Решили начать все-таки с нее, не с рулевого, не с искомуфты. Реально все-таки надо, чтобы машина хоть как-то ездила, да? То есть надо, думаю, начать с коробки передач. То есть, в принципе, все правильно. То есть, комментарии такие, что не спеши там сразу менять, заказывать, снимать, там, крутить и так далее. То есть, у нее есть свои слабые места у этой коробки. То есть, я думаю, что все-таки надо начать с минимального. То есть, по крайней мере, сейчас просто сольем масло, посмотрим, есть ли оно вообще там масло. Дальше мы снимем поддон, посмотрим стружку, да, если она такая имеется. Я думаю, что она там есть. Посмотрим фильтр, посмотрим магнитики, которые эту стружку собирают. Ну и, в принципе, состояние оценим, скажем так, гидроплиты. И, наверное, будем снимать ее. Посмотрим. Вот я уже пробочку свернул. 3 литра, да, сойдется? Ну, оператор сказал, что 3 литра. Я как бы, он как бы... Но он вангует, как бы, даже говорит. Слушай, красное масло нормальное. Красное? Да. Воняет? Слушай, я на Пассате сливал. Держишь, да? Сыка пробочка. Пока держу. Смотри. Ну, это реально. Даже на пробку не похоже. Вообще, конечно же, чисто мои догадки, да, и то, что я почитал, у нас просто неисправен сам селектор переключения передач, вот эта сама кулиса так называемая. Из-за этого происходили недовключения, и, соответственно, детали, которые наверху крутятся, они, скажем так, не полностью прижимались. Те же самые шестеренки. Поэтому был металлический звук, стук, исходя из коробки. То есть я думаю, что это недавно случилось, как бы недавно случилось. И ездили, ну, может, конечно, недолго, а такое неисправное, как бы, скажем так, коробки передач. Но если покажем, сейчас посмотрим, что если стружка будет реально, то это, конечно же, все печально. Надо скрывать. Снимать коробку, пока я смысла не вижу. Ну вот где-то порядка 3 литров вытекло, да? То есть сейчас, ну да, сейчас пойдешь, блядь, здесь дно круглое, слышишь? Не поставить. Ты нашел, да, эту штуку? Да. Молодцом. Тут детский утренний, здесь ругаться нельзя, кстати. Я не знаю, что ты постоянно в этом ругаешься. Я не ругаюсь, я так разговариваю. Будет какой-то ты этот самый. Я просто из рабочего класса, я тебе сказал. Да. Из петушиного класса ты, блядь. Ты бывший петух, да. Так, держи. Рабочий класс. Давай, опускай. Прилипло там, дерни. Ага, прокладка прилипла, дерни там. Оп, все. Тихо, мы там, возможно, мазал. Держи. Поддон сняли, сейчас он внизу. Вот как выглядит гидроплита. Фильтр, на самом деле, очень маленький, как мне показалось. То есть, вот он такой кругленький. Что-то там есть. Сейчас мы этот поддон наружу вытащим и будем смотреть на магнитики. И так далее. Без полежки, значит. Ну какое-то надо такое, да, уже здесь не самое, не красное. Осадок какой-то есть. Слушай. Слушай, по-моему, магнита нет. Да, я, во-первых, магнитика не вижу. Может быть, они, конечно, в другом месте находятся, но я... Может быть. Слушай, ну я не вижу никакого. Ну, пройди пальцем. Ну, вон, какой-то есть грязь. Осадок, да? Да. Так-то масло нормально, но вот видишь осадок? Угу. Ну, вот это, может, есть самая пыль такая. Вот, видишь, гайка большая. Вот, но по-моему, тоже... здесь должен круглый магнит быть. Получается, видишь, все масло по-любому не вытекет, потому что... Гайка высоко. Да. То есть даже если ты захочешь слить масло поменять, без снятия поддона, масло у тебя все равно, вот эта грязь останется. Слушай, ну я не вижу, по крайней мере, здесь еще стружка была, знаешь, кусочки металла какого-то. Так, ну вот. Значит, вот этот штекер, обращаю ваше внимание, видите, он круглый. Я просто не представляю, как это получается, но у людей реально по этому штекеру
по всем проводам идет масло, и туда вот блок управления, само подкапотное пространство, представляете, то есть они даже там бывает пару стаканов масла вычерпывают. То есть именно что вот давление, масло и по проводам через штекер пошло. У нас штекер тоже весь в масле, абсолютно весь. То есть для того, чтобы его вытащить, вот здесь нужно было провернуть на полоборота фишечку, вот, и там ключом на 7 открутили и вытащили сам вторую часть штекера. То есть она наверху лежит, сейчас я его покажу. По возможности, конечно, надо не потерять, а так, как вы сами видите, все в грязи, все в масле. Вот фильтр с него что-то вытекло, еще резиночка там здесь стояла. Вот как Мерседес выглядит сейчас, а? Без бампера, но это реально, я не знаю, это... Если вот выехать, наверное, на улицу без бампера, без капота, вот он надолго там прикурил уже, он просто там прикурил. И вот так, наверное, кататься, я думаю, можно будет, знаете, слышишь? То есть люди даже, наверное, не узнают, что это за машина, если здесь капота не будет. А вот реально такая здоровенная морда, здоровенный двигатель, вентиляторы тут. Ну это, конечно же, какой-то будет корч. Это, конечно же, все потом. Пока пошли снимать гидроплиту. Она реально тяжелая. Ну я держу, чё? Держи. Стёна сейчас у тебя только что не убежал очень. Я же, блядь, качал покажу. Болты перепутаны, да? Она вот так вот. Так, один болт остался. Все, иди сюда, нормально, не бойся масла, вставай ногой сюда. Все, давай. Коля, так ты будешь взять, она ёбнется. Удержу. Удержу, я тебе сказал. Давай. Просто если не удержишь, то 100 тысяч человек просто тебе запетушат потом реально, если ты сейчас ее уронишь. Держи. Давай. Опускай. Бери камеру, наверное, слышишь? Покажем, пацаны. Ну реально, не уделавшись в масле, наверное, ничего не получится у вас снять. Вот эта плита снялась вместе с платой. Вот там, смотри, там просто ничего нету. Просто ничего нету. Потрогай. Вот, наверное. Маркером, да? Угу. Нет, грязь сейчас лопнет, смотри. У нас вот каналы. А, это... Вот, видишь, такие, да, эти муравейники начинаются там. Угу. А ты как он его смотришь, какой у тебя не бьется? Вот этот? Да. Ой, блядь. Все, ну и еще давай, осадки он белые. Ага. Ну что думаешь по этой поводу? Ну что, разбирать солярку? Полное вскрытие. Да. Пару литров солярки, бензина. Угу. Бензин, наверное. Так, мы еще что ищем? Мы смотрим, сколько стоит штекер отдельно. Штекер, а как она получается? Гнездо. Плата? Гнездо. А можешь плату поменять все? Давай сейчас посмотрим. Плата стоит... За 11600 я посмотрел, самую дешевую плату. И цены, наверное, дорожают, потому что я смотрел, люди пишут, я, говорит, поменял за 7, за 8. Тепло, интернет, машина, достаточно много места, хорошее сделал освещение. Вот у нас коробочки, это я с магазина своровал. То есть вот у нас, пожалуйста, стоит еще в сборе, в полном сборе. Я сейчас просто расслабил вот эти гайки для того, чтобы соленоиды вытащить. Ну и, в принципе, все, процесс пошел. Опа. Так, смотрим, что у нас, чтобы у нас здесь ничего, никакие, вот смотри, сколько грязи, а вот стружка, а вот и стружечка, где у нас, зазум ее, вот он, видишь? Короче, интересная такая ситуация, значит, магнит все-таки здесь должен быть, по идее, но его здесь нету, магнита, поэтому ничего не магнитилось, и вот она наша стружечка, кстати, реально, вот она, я дофига, смотри, просто куски, куски просто. Вот она. Да. Так, ну что, плохие результаты? Оп. Так, я не вижу ничего. Здесь нормально. Нет, я не вижу, имеется в виду жиклеров. Так. Раз, шарик. Здесь пружинка. Здесь какая-то тоже пружинка. Вот здесь пружинка виднеется. Дальше, вот здесь шарик катается. Вот шарик катается. Я, как бы говорю, опять же, я не специалист, тупо жду вашего совета. То есть, если специалисты какие-то есть, то жду вашего, скажем так, приговора. Но я думаю, в любом случае, надо все собирать и пробовать. Ладно, сейчас до этого дойдем. Но, по крайней мере, стружка, это уже хреново. То есть, были где-то какие-то плохие включения передач. И металл где-то терся. Возможно, эта стружка попала в дальнейшем в эти канальчики. Может быть, даже она попала в соленоиды. Тоже не исключено.
600 купил за 100 тысяч, короче. Все лето в гараже провел. День подходит к концу. Результаты. Вот, пожалуйста, все вычищено, все вымыто. Вот, пожалуйста, в разрезе, как говорится, муравьиные ходы. Кто это придумал, известно. Ну, просто представляете, как это можно было вообще придумать. И как это работает, знают только избранные люди. То есть шарики, вот эти всякие шарики, фильтр, пружинки. Все расставлено на свои места. Ничего вроде бы не потеряли. Но! Есть небольшое но. Ну так, погуглив, знаешь, то есть пока я это все чистил, оператор гуглил, то есть что должно быть вообще в наличии вот этого гидроблока, так называемого. То есть здесь у нас шарики, дальше идет прокладка, все это дело вот так собирается, и вот у нас здесь появляются такие вот отверстия, называемые, вот раз, два, то есть это те именно отверстия, куда мы, откуда вытаскивали соленоиды, вот клапана, так называемые. И что мы выяснили, То есть в этих штуках должны были быть, ну так называемые, ну, я не знаю, как называется. Короче, фильтрики, маленькие фильтрики. Совсем реально маленькие. По каталогам, они как бы есть. То есть сейчас я покажу их. Схема простая, то есть обозначение, описание всех деталей. Номер 42. Здесь написано фильтр. Как бы, ну, запчасть сама по себе недорогая, но вот они. Раз, два. По два соленоида. У нас их не оказалось. То есть даже, знаете, не то, что мы их потеряли. Их просто нету. То есть вот этих двух деталей, которые должны, скажем так, очищать вот эти два соленоида, ну, получается, что их там нет, этих фильтров. И возможно, что вот эта стружка, которая была, вот эти соленоиды, она просто их забила. Возможно, даже так. Не исключено. Стоит вот эта штука, вот именно вот этот соленоид черненький, он стоит 17 тысяч. По-моему, это минимальная цена. То есть их два. Возможно, они забиты, возможно, нет. То есть, ну, так вот, знаете, что чисто на чудо надо, блядь, надеяться какое-то и все. А так, процесс, в принципе, подходит к концу. Ну, именно самой этой гидроплиты, то есть, болтики засовываются. Очень повезло, что они все одной длины, их 29 штук. Сейчас я все это запихаю. Потом момент затяжки, своя там схема. Сначала этот, потом этот, чтобы не перекосило, не дай бог, и так далее. Как и с пассатом, вот этот материал, вот этот самый... Металл, он очень какого-то такого свойства, что руки, когда вот ты трогаешь, даже в теплом помещении, если долго держать, руки начинают мерзнуть. То есть, ну, какое-то вот хорошее, видимо, тепловое какое-то там решение сделаю я в свою сторону. А так вот плата, которая стоит, ну, я так помню, что она стоит где-то 10-11 тысяч. Вот как она выглядит. Здесь есть датчик, вот он, датчик Mercedes-Benz, все дела, штекер, который пропускает масло. То есть, это надо будет, наверное, может быть, целиком я его менять не буду. Ну, то есть, мы, наверное, подумаем. То есть, смотрите, какая ситуация складывается на сегодняшний день. Любая запчасть, вот эти два фильтра, да, которых не хватает, и они в любом случае будут идти не меньше 5-6, ну, короче, недели, они только идти будут, это как минимум. То есть, даже если я сегодня закажу детали. То есть, получается, что процесс сборки коробки, передачи, он, получается, немножко остановился. То есть, у меня сейчас за это время появилось время проверить, соленоиды, дальше по поводу платы решить дело, то есть менять ее или не менять, то есть опять же это надо проконсультироваться. И пока вот это дело все вот стоит, да, немножко так пристало, у нас кулиса, вот эта, которая переключает самые передачи, она просто разобрана, она просто там вот так вот ее болтает, то есть ты включаешь D, до D не доходит примерно там пол сантиметра, то есть вот это как раз таки, наверное, болезнь, то что вот эту коробку привела в такое состояние, это, наверное, все-таки вот эта кулиса, то есть из-за кулисы нет четкости включения передачи, там не для включается и так далее. Поэтому, конечно же, коробка начала производить стружку. То есть сама себя, может, конечно, уничтожила. То есть стружка пошла по всем каналам, по соленоидам, и, возможно, они пришли, возможно, им каюк. Бушная коробка целиком, со всем вот этим добром, стоит 26 тысяч рублей. То есть, представляете, 26 соленоид, да, стоит 17 тысяч, один маленький. То есть, понимаете, я просто что думаю-то. То есть, есть целесообразность, допустим, покупать соленоид, или реально могу просто купить другую коробку, да, и сделать уже там из двух одну примерно так. То есть, детали реально просто стоят очень дорого, вот именно вот на эти все такие запчасти. Аналогов там есть, но их очень мало. Короче, пока вот это дело все стоит, покажу запчасти. Мы будем в следующей серии, я надеюсь, разбирать кулису, смотреть, что там, заодно... Раз стеклоподъемники, кнопки находятся около этой кулисы, будем их проверять, почему у нас не работают стеклоподъемники и так далее. Поэтому, ну, процесс, как говорится, идет. То есть я в гараже уже обосновался, все, у меня уже своя одежда, меня уже тут соседи знают. То есть, ну, пацаны, как у всех, у людей, у нормальных, процесс идет.
А пока вот так машина, здесь разобрана, там разобрана. Сейчас еще салон начнем разбирать, пацаны. Это просто, я не знаю, бампер снял. Короче, по мелочам делается. Процесс, я говорю, не стоит на месте. Я отвечаю, я каждый день, даже если я что-то не ремонтирую, я все равно гуглю, сижу в интернете. А так, конечно, ума палата, вот эти штекера, куда-то в масло ложить. Резиночки, конечно, они созданы специально для масла, да, то есть их не разъедает, но все равно как-то вот. Ну, болезнь реально штекеров вот этих, да, что пропускает масло. И под каким-то там давлением вот масло вот в тот блок, получается, вытаскивают. Просто, представляешь, по проводам, как вот, знаешь, как бензин сосешь, да, что у тебя душ, допустим, там вода пошла по шлангу. Здесь также, то есть сам вот этот кембрик сыграл роль шланга, и масло пошло сюда в двигатель. Ну, это просто, конечно. Ну, реально у людей такого встречается. То есть с тем, что как бы с тем, что столкнулся я, как бы это еще, как можно сказать, мелочи. У некоторых людей просто там задней скорости нету, или просто коробка встала, просто она не едет. Понимаете? То есть это еще, как можно сказать, что нормально, как бы. Ладно, хорош говорить, надо делать. Следующая серия, соответственно, будет. Она будет. Всем спасибо за просмотр, всем пока.